В Иркутской области, жители которой уже несколько месяцев страдают от дыма торфяных пожаров, спасатели пробуют новую тактику ликвидации возгораний. Торфяники делят на небольшие участки при помощи траншей, которые заполняют водой. Специалисты считают, что таким образом удастся остановить распространение огня. Есть первые результаты. Еще несколько дней назад на трассе, вдоль которой тлеют поля, была нулевая видимость. Теперь дыма нет. Сейчас там работает тяжелая инженерная техника. Заправка водой производится из скважин, которые пробурили на месте пожара. Трасса М-53 Байкал находится в проезжем состоянии. Сейчас площадь пожара превышает 14 гектаров. В борьбе с огнем задействованы десятки человек и специальная техника. В Усольском районе действует режим чрезвычайной ситуации.